Муниципальный центр управления регионом Видном работает почти 1,5 года. За это время штат сотрудников вырос, а обращения жителей начали обрабатываться значительно быстрее. Пока в регионе это единственное подобное учреждение, имеющее свое отдельное здание. По нему и провели экскурсию депутату Московской областной думы Юрию Липатову. Мы повысили наши показатели работы. Мы за прошлую неделю мы смогли выбиться в лидером, одним из лидеров муниципалитетов, в котором мы свели количество удовлетворенных жителей Московской области, которые пишут нам на портал «Добродел», к нулю. И расслабляться некогда. Работа ведется по нескольким блокам – ЖКХ, образование, дорожное хозяйство и медицина. С начала года в Центр управления поступило около 7 тысяч обращений. Мы видим, что это абсолютно современное помещение, в котором работают молодые люди, 17 человек, современные рабочие места. И это конкретный пример, когда вот новые технологии идут на службу населению. Следующим местом визита стал Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Туда депутат отправился в сопровождении директора учреждения Николая Бондаренко. Здесь присутствует всегда заместитель начальника отдела, который периодически проходит, смотрит, как общаются, что. И плюс у нас разработана система контроля, так называемая BI-программа. Да? Мы каждый день получаем данные предыдущего дня, как нас оценили жители. Не нас, а каждого конкретного оператора. Я думаю, что главное вот это. Нет очередей, значит, квалифицированные ответы на все вопросы, значит, выдержка и... Главное, что практика показывает, что озлобленных людей, уходящих из МФЦ, практически все меньше и меньше. Нет. Помимо услуг, центр предоставляет гражданам возможность пройти вакцинацию от COVID-19. На базе МФЦ в марте был открыт стационарный прививочный пункт. О его работе депутату Московской областной думы рассказали главный врач Видовской районной клинической больницы Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. Работа МФЦ, а также муниципального центра управления регионом депутат остался доволен. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.